Чего, чего? Поживешь немножко. Поживешь? Да. Так у него такой хата тоже хата есть. Он тоже сосед, есть. Наш. Он сосед наш. Ты че? Ты че? Я вот рядом с вами, прям вот прям дверь справа. А, за уголком. Все, понял. Звони, если че. Да, да, еще мы поможем друг другу, пацаны, все, ребята. Окей, давай, удачи. Братки. Все, давай, 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 давайте, давайте, вам тоже. Тренировки в нашем деле. Аркад по соседству? Я ему всегда рад. Нет, у него оружия нету. О, комендантский час закончился, погнали прогуляемся. Что здесь было? Пошли погуляем, чуть найдем. Кто это? Абьюзер. Я вот мы заперся. Где тут работает таксист? Стой, я мужиков спрошу сейчас. Пацаны, как это работает таксистом? Таксистом как работать? Добрый день, заходите, это заходите, добрый день. Хайзенберг. Что? Хайзенберг. Да. Добрый день. Вам. Вы у нас недавно в городе? Можно таксистом работать? Как таксистом работать? Я только сегодня... В общем, я думаю, у вас проблема с деньгами, раз вы таксистом работаете. Вы можете делать так. Я у вас наверняка есть мани-принтеры. Короче, у вас есть мани-принтеры сейчас? Да. Посмотрите. В магазине у себя. Если у вас есть мани-принтеры, то вы можете сдать их нам. Они стоят всего лишь 8 тысяч две штуки. Давайте. И постепенно мы их улучшим, и вы можете забирать с них деньги. Прям постоянно. Они окупятся буквально за 10 минут у вас. И потом стабильно собирать доход. И мы будем забирать условно 5% с них, вот, и получать тем самым деньги. А вы заработаете примерно 100 тысяч. Сможете уже бизнес открывать. В полицию вообще надо. Если вы сделаете сам, либо Гровер. Это будет нелегально. Если вы сдаете нам, то будет все легально. Секунду, молодой человек. О, Денис, погнали грабителя. Что вы говорите? Сколько я могу максимум купить? Что вы можете максимум сколько? Я не принтер. Два. Блин. У вас сколько денег? Стойте! Становись ваше комбета. Ждать, и вы просто заложите мне принтеры свои. Денис, на хату вернись. Сейчас. Добрый день. Хотите мне принтеры заложить? Подойди ко мне. Тут заработать можно много, очень. Я сказал, вернись обратно. Много. Лицом к стене лицом. Опа, нифига ты гнида. К стене лицом. Помогите! Ну, посмотри, что там выбирает. Ну ты самый умный, да? Добрый день, молодые люди. Это считается за коридор. Не проход должен быть минимум 1.5 метра. Лицом к стене. Я понял. Давайте я помогу. Стойте. Уходи отсюда. Я могу вам помочь. Если вы сейчас будете банк грабить, то поскольку полиция придется и все. Тарс, стань варщик комета. Пацан, как таксист работает? Пацан, стой. Я сказал, стань варщик комета вместе со мной. Таксистом как работать? Мне, конечно, тебя жалко, но как таксистом работать? Это в натуре сгой. Еболочки со спермом Кобякова. А мне еболочки. Малю, как таксист работать? А ты ведь когда-то был мэром. Я не был никогда мэром. Посмотри, надпись видно. Паркурист. Это моя машина. Стой, там надпись видно, стой. Можем по номеру пойти. Гарден. Скажи еще раз. Сет. Что? Еще раз. Скажи. Я таксист. Польский никнейм. Ну да, я знаю, потому что я купил аккаунт. Рот закрой. Короче, тут домой вернись. Я сказал, домой вернись. Подожди, быстро. Здесь такие ласточки продают вообще. О! Транспорт закрыли, давайте. Ух ты! Хороший салончик. Ух ты! Мне 10 тысяч осталось, которые я потрачу на мед. Где мои мед? Я буду мед. Ты устроился на работу, где нет мани принтеров, и они пропали. Мы как мед варить будем? Какой мед варить? Я сейчас тут это отдыхаю. Как арендовать? Давай. Арендуй. Опа, защелк. Все. Ну смотри, обычная хата, да, вот ты заходишь, вот какая-то палатка, да, вот тут вот что-то.
А вот ты когда заходишь... Опа! Илья, когда ты успел устроиться в Волтрва? Пойди! Вот так вот, на превьюшку, вот так вот. Все, давай. Вот так? Давай, вставай. Все. Как будто меня приняли. Ты видишь паспорт? Да. Все. Вот оно, метаварное. Дебил! Открывай мне. А к стеночке встаем. Стеночки. Мужчинка раз. Стеночки, мужчинка два. Я Волтрва. Свободный, домой иди. Домой иди. Домой? Все, окей, иду. Открывай быстрее, открывай, открывай. Скажи ему то, что сейчас мой друг выйдет и откроет. Можете, пожалуйста, чуть-чуть подождать? У нас тут наркоманы. Получается на сантиметр. Эй, стрибарсы, стрибарсы. Я сейчас открою тебе. Не-не-не-не-не. Верни, 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 верни. Там будет щель. Нас еще раз, разок нажми. Разок нажми назад. Чуть-чуть в обратку, там еще минус один. Ну, ох, там минус. Какая дальше. Так, а что, спробуй, как быть-то с кейпадами? Дай положу, подожди, подожди, положу, покладу, блядь. Положу блок, погоди. Положу хуй, брат. Иди, зайди в комнатку ко мне. Не трогай, дебил, я мед варю. Мы сейчас, тебя сейчас расплющат от этого, не трогай. Хиросима, офицер полиции, а вот этот молодой человек, мед варит. В отеле, вот там, впереди. Какой, ай-яй-яй. Ну-ка, покажите, пожалуйста. Сейчас я вам покажу. Смотрите, это его квартира. Смотрите, что он сделал, смотрите. Тихо, рот закрой. Ух, как бахнуло. Смотри, внучок. Смотри, кубки чемпионата. И вот я из какой страны сам. Она гардеробщица? Так, не могу. Я советский пилот. Я побоялся такого больше. Валите отсюда все нахер! Так, кто тут зашел? Отойдите все, вышли. Вышел. Я хочу это. Какая BMW M3, ты что несешь? Закрой дверь. Е30 старые машины. Какой ты Е30? Ты сказал М3. Реально, цыган деньги вымогает, наверное. Вот так ты, дед, поступаешь. Как вам трудно объяснять? Как эту молодежи трудно объяснять все? Вот ты что, экскурсию проводишь, камеру аж туда стал. В 92-м году меня подрезал соперник. Я перевернулся нахуй и разбил свою машину жестко. Эй, дед, это дед, я вижу, у тебя денег мало. Кто вообще так? Я просто чемпион. Короче, нам нужна вакансия повара. Нет, я мед делаю, нет, мед. Я знаю одного повара. Вышел отсюда. И ты тоже за компьютер. Ты вышел, давай, по-бырому. Охрана! Вышел, да, иди. Тебе давай. Проветриться надо. Все, блядь, я бомж. Обычный день. Урод, тварь, вонючая! Синя, это обычная ПДФ, на ней видал. Поставьте к сине. Оружие, поставь. Свободен. Чё за хуйня? Типа у нас все распалось, да? Беги, блядь, беги, облава, менты, съебываем, пацаны, съебываем, бля. Стрелять, сука, беги, варщик. Что случилось? Вот. Ух ты, ничего себе. Я пошёл. Максим КС Гора. Это что такое, блядь? Алло. Что? Вы мне скрыли дверь, блядь. Так вы же доктор. Ты скрыл? Почему не зашли ее? Что, тебе причина? Молодые люди. Меня? Ну, вроде как, видите, нормально. Мне не дает. В общем, я сварил ящик метамфетамина и потерял его. А вот что делать? Это чё жильё? На кого оформлено? Это? На него, на моего. Показываю паспорт.
Смотрите, так как вы чернокожий, я, скорее всего, ну, я не буду ничего говорить, но, скорее всего, я буду верить больше ему. Есть какие-то документы на данную квартирку или что это просто такое? Так, документы? Но вы утверждаете, что это ваш дом? Нет, это я утверждаю, что хочу переночевать у него просто, денег нет. А, переночевать? Но это уже, знаю, не в моей компетенции. Ну, агентство. Я всего лишь врач, какой переночевать, это не отель. Но я бы вам посоветовал ускориться в путь домой, потому что скоро начнется арестование. Слушайте, у меня тут вообще кто-то дверь скрыл, я не знаю, это он или нет. Но он тут рядом стоял. Я вот дверь скрыли, смотрю, дверь открывают. Вышел, получается, сюда. Этот человек там стоял, еще, возможно, кто-то был, но я не уверен. Ну, слушайте, сейчас мы точно ничего расследовать не будем, потому что нету никаких весомых доказательств. Так, здесь мы дверь закроем. По крайней мере, тут. Мы секундочку проверим, кто ли тут не стоит. Нет, это борода. Проверочку устроить. Ладно, закроемся. Никто ничего не заметил. Из окошка у нас вид на Манхэттен. Ёбаный в рот это вот. Красиво, блин. Конечно, тут. Моё помещение. Закрываемся. Нет, закрываемся, сказал. И кайфуем просто. Полиция я работает. Полиция работает. Полиция работает. Сэр, лицом к стене, встаньте лицом к стене. Нет, уже не надо. О, братан, по соседству, алё. Братан, ответь. Ну, плохо в свете. Что у нас? ТСВО происходит. Там, ребята, я вам скажу братан, так, там снизу братан, менты стоят. Здорово. Да мы знаем. Да, видите? Ну, с вами. О, по-моему, мне надо уходить. Ладно, давайте, просто выйдем на Максим. В смысле, Максим дрон? А, я не в ту дверь вошла. Короче, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я начну счастье увидеть, наверное, через недельку. Потому что я вот такие видосы выходят у меня. Очень бэкстейджные. Это был бэкстейдж. На серваке Гамбит, Торпедо.